замечательным прибором. Это массажер для подбородка лица. Этим массажером мы можем подровнять, подкорректировать контур своего лица. Когда мы его открываем, мы видим внутри прибор. Кстати, хочу, чтобы вы обратили внимание, коробочка очень удобная, симпатичная и подходит для подарков. Итак, мы открываем коробочку. Внутри мы видим небольшую инструкцию, с которой мы сегодня с вами познакомимся. Вот она. И видим сам прибор. Ремень мы можем регулировать по своему лицу. Внутри мы видим металлические пластины, которые являются проводниками. И сбоку вот такое замечательное управление прибором. Когда мы нажимаем верхнюю кнопку и чуть-чуть подержим, прибор включается. И сразу же включается первый режим. Это комплексный режим массажа, в котором собраны все режимы существующие, для того, чтобы вам было удобнее и комфортнее во время пользования прибором. Вы включаете первую кнопочку, и у вас уже идет полный сбор всех уровней этого прибора. Вы можете регулировать усиление массажа вот этими нижними кнопочками. Итак, сейчас давайте мы с вами поговорим, что же делает этот прибор для нас с вами. Когда мы 3 секунды держим верхнюю кнопочку, наш прибор включается. Цвет, как вы видите, меняется. Разный цвет отвечает за разные функции. Итак, красный цвет – это горячий массаж. Синий цвет – он помогает улучшить кровообращение, улучшить цвет лица, убрать акне. В общем, все эти световые режимы помогают нашему лицу, нашей коже. Что я хотела бы сказать еще? Есть здесь, конечно же, замечательный режим микротоков, которые улучшают кровообращение и повышают тугор кожи. Режимов много. Я думаю, что каждый режим будет вам интересен. Также в описании есть инструкция, которую вы сможете увидеть, посмотреть и уже более подробно ознакомиться с каждым. Что я могу сказать о своем впечатлении? Пользуюсь я этим прибором неделю. Мне очень нравится. Повышается тугор кожи, улучшается кровоснабжение. Это все действительно так и происходит. Итак, я уже на себя одела этот прибор. Перед использованием обязательно рекомендуется покрыть кожу в месте, где будет работать прибор, любым гелем, который будет проводить и световые лучи, и микротоки. Итак, вы можете заниматься любыми удобными для вас делами, включив прибор, подержав буквально кнопочку 3 секунды, он у вас начинает работать на первом режиме, в котором, в принципе, собраны все режимы, которые есть в этом приборе. И регулировать силу вы можете кнопочкой плюс либо минус, то есть либо вы усиливаете массажные действия прибора, либо вы уменьшаете. Так что всем желаю получать удовольствие от пользования этим прибором. Прибор работает 15 минут, после чего он автоматически отключается, а заряжается буквально за 2 часа. Так что я рекомендую этот прибор для вас, дорогие женщины. Он будет полезен.